Всем привет, друзья, с вами Нильф Горнат, игра Terratech, версия 0.7.6. Мы продолжаем играть, и это новая серия, конечно же. Я восстановил радугу, немножко ее промодернизировал, буквально чуть-чуть добавил двигатели, ракеты, топливные баки, чтобы подольше можно было ездить, ну и такие вот всяческие разные вещички. Поэтому теперь радуга опять в строю, ну лазеры здесь добавил, будем ей воевать. Но сегодня мы даже не то, что будем воевать, а мы будем тестить колеса. Формула 1, F1 хотел сказать, и колеса мотоциклетные. Я попробую создать сегодня два устройства, на мотоцикл и Формула 1. Но для этого мне нужна, наверное, соляная пустыня. Как думаете, наверное, будет так правильно? Ну, по крайней мере, Формула 1 желательно бы тестить на соляной пустыне. Ну что ж, ребятки, я нашел соляную пустыню. Давайте посмотрим. Во-первых, давайте возьмем задание. Я хочу прям много заданий. Я хочу, чтобы они были и прям вообще без остановки они у меня были. Так, ладненько. Давайте же начнем. Болид Формулы 1, да? Подумаем, как его сделать. Конечно, можно сделать из маленьких колес или из больших. Давайте я сначала сделаю типа драг-рейсинга такого, да? То есть я сделаю сначала из больших и маленьких, то есть вместе они будут соединены. А потом посмотрим. Формула 1, так Формула 1, как говорится. Так, где у меня эти колеса? Давайте посмотрим. Простите, пожалуйста, я не туда смотрел. Так, во-первых, давайте вот так вот сделаем. Нет. А, оказывается, все было нормально. Первое, что нам нужно сделать, это, наверное, выбрать кабину. Кабину давайте я выберу... Ну, серьезно, я не знаю. Давайте такую выберем кабину. Формула 1 все-таки, типа, такая вся дрифтовая. Датчик скорости он у меня есть, так что в этом проблем не должно быть. Так, врагов рядом нету вроде бы, да? Ну так уж прям совсем близко. Так. Формула 1. Давайте вот так вот возьмем. Вот так вот. Наверное, здесь где-то нужно поставить передатчики. Мне кажется, так будет правильнее. Давайте вот здесь вот. Просто по чуть-чуть, пускай они передают энергию. Заряжая мои маленькие устройства какие-то, да? Так. Первая Формула 1 начинается, как говорится, потому что нужно сейчас придумать сразу же, как она у нас будет выглядеть. Давайте возьмем все-таки, ну, такой блок, к примеру, среднего уровня, то есть, чтобы он не слишком разбивался. И давайте поставим здесь вот такие вот маленькие колеса. Так, здесь же сзади у нас уже можно прям вот, в принципе, ну, можно и так устанавливать, этого тоже будет достаточно, да, то есть, в принципе. Почему она так установилась? Я установкой колес здесь, да и вообще установкой блоков в этой игре, ну крайне недоволен. Они устанавливаются вообще непонятным образом. По-моему, вот так, да? Вот. Ух ты ж, ребятки, по-моему, уже... Воу-воу-воу, посмотрите, он прям в дрифт уходит. Воу-воу-воу-воу, он прям в дрифт уходит. Жесть. Ну-ка, датчик скорости давайте поставим. Так, стоп. Еще нормально себя нужно как-то вести. Ребят, 100 миль в час, просто 100, 120. Очуметь, вот это скорость. Почти, его очень, знаете, его прям несет. Вот я не знаю, как показать вам. Его прям, вот, я вот просто вперед жму. А видите, он так вот. Очень сложно управлять, потому что передние колеса маленькие, похоже. Вот сейчас по прямой прям. Воу. Шикарно на самом деле, мне нравится. Скорость прям обалденная. Но вес, наверное, они держать будут очень маленький, прям, ну прям. Ох. Так. Маленькие колеса Формулы 1, конечно, круто, но что-то мне не очень нравится, честно говоря. Поэтому давайте-ка мы, наверное, поставим сразу большие. Так, ребят, вот что-то такое получается у нас. Ну, посмотрите. А, нет, стоп. Или это просто поверхность неровная? А, ну вот, вроде. Мне показалось, как будто зад просел. Так, ну неплохо уже получается, да, такая? Как видите, я двигатели добавил. Немножко облегчил блоками, чтобы совсем уж тяжелое устройство не было. Так, здесь, конечно, в центре тоже можно облегчить. Так, что еще нужно нам обязательно поставить? Нам нужно вот этот блок поставить обязательно. Давай, включайся. Пу.
Наверное, даже его поближе нужно поставить, да, ребятки? Поэтому давайте как-нибудь вот так вот сделаем. Да, именно... Прошу прощения. Прошу прощения. Давайте вот так вот сделаем. Мы сейчас соединим. Этот блок убираем. Здесь мы ставим, ну, к примеру, вот так вот. Но, наверное, не так все-таки. Я бы посередине вот здесь вот поставил. Вот так вот. Отлично. Включайся. Идеально. Идеально. Теперь вот можно один большой, либо два маленьких. Сейчас затестим. Вот, наверное, два маленьких-то получше будет, да? То есть они прям, смотрите, четенько так цепляются везде. Так, отлично. Теперь вроде бы не должно устройство развалиться. Так, отлично. На самом деле, вместо этого блока я бы здесь поставил тоже батареи. Давайте, наверное, так и сделаем. Так, батареи поставил. Почему я зацикливаюсь на батареях? Да потому что, ребят, ну, нам понадобится энергии довольно-таки приличное количество. Давайте попробуем проехаться, только спереди поставим спойлер. Я уверен, что сейчас у нас уже будет передок задираться просто невероятнейшим образом. Какой-то спойлер там маленький получается, да? Посмотрите, он прям вообще манюсенький. Давайте мы его даже немножечко вперед, что ли, вынесем. Получается, так будет правильней. Так, где-то вот так вот и... Ай, поймал, отлично. Даже немножечко вперед вынесем. И единственное, что нам еще остается, ну, поставить батареи. Давайте... Так, не хавки, а вентурусские батареи поставим. Вот, вот эти вот. Так, как можно ниже... Как можно ниже. Почему? Чтобы вес, ну, как бы вниз перенести, да, разбалансировка. Чтобы его не болтало от того, что вес будет чуть выше. Сейчас давайте вот так вот. Вот так вот. Отлично. Почему я использую хавки и двигатели? Можно было поставить ГСО двигатель или вентурский. Да, они бы были легче, но хавки смотрятся, ну, намного круче. Это прям турбины какие-то, ну, и выглядят они реально очень-очень офигенно. Смотрим скорость. Стоп. Ой-о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 й. Воу-воу-воу, а чё ты какой... Воу, он моментально, он... Понимаете, он моментально подлетает. То есть он даже не... Как бы это сказать? Он даже не хочет сопротивляться этому весу. Так, давайте мы тогда немножечко... Так, вперед мы вперед ставим вот... Так, вот это давайте, наверное, вот сюда вот поставим вот так вот. Вперед вот так вот. Давайте назад поставим спойлер. У меня есть большой спойлер, вот он. Отличненько, давайте проверим. Нет, 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 вы видите, он просто... Его моментально приподнимает, как только я даю... Хотя бы чуть-чуть я тяги даю. Его сразу приподнимает. Это что такое? Господи, это что так? Я даже не... Боже мой. Радуга, тебе нашли врага. А, нет, нет, не нашли. Сдох... куда-куда едем? Нет, это какая-то непонятная стена. Я даже не знаю, что это такое. Я кое-как могу... Очень странное устройство. Какая-то просто стена из непонятно чего. Без щитов, без всего. Так, ладно. Что и почему так происходит? Я, наверное, знаю, почему так происходит. Потому что у меня двигатели все внизу находятся. Так? Давайте попробуем вот эти двигатели перенести, перенести наверх. Можно даже, кстати, вот так вот. Кстати, почему бы не попробовать? То есть они, понимаете, они будут, как сказать, вперед прижимать, давайте. Вот, собственно говоря, уже сразу видно, что он отлично, 260, ребятки, 260, просто как нефиг делать. Так, все, топливо кончилось. Так, докатился, отлично. Так, как бы еще нам увеличить мощность? На самом деле очень просто можно это сделать. Так, давайте вот сюда вот, наверное, так вот перенесем, чтобы прям все на передке было. Чтобы прям передок постоянно держался внизу. Так. Так, давайте, к примеру,
так вот. Вот так вот. Просто пока что, к примеру, вот так вот ставим. Блин, я сейчас, наверное, опять тягу поставлю внизу, и это будет не очень приятно. Так, посмотрим сейчас, давайте просто протестим. То есть я хочу сейчас вентурские двигатели поставить, увеличить скорости. Немножечко добавить скорости. Нормально. 170. 175 миль в час. О-о-о. И он, ребят, управляется так прям. Он хорошо управляется. Так, давайте еще. Я вижу, что у меня задние колеса начинают искрить. Это не очень хорошо. Давайте еще промодернизируем наше устройство. И добавим здесь... Так, по-моему, вот так вот. Добавим еще два колеса. Это все-таки не прям Формула-1, понятное дело. Это Формула-1 в виде Терротеч. Воу! 170. Нет, я бы не сказал, чтобы скорость увеличилась на самом деле. Я бы не сказал, чтобы скорость увеличилась, потому что, ну, как-то... 116 мы едем. То есть я бы не сказал, чтобы скорость прям увеличилась. Он наоборот какой-то медленный, что ли, стал. Странно. Странно. Количество колес не увеличивает, что ли, скорость? Или по сути должно увеличивать. Ну вот, на мой взгляд, это логично как бы, да? Но я могу ошибаться. Ну давайте проверим. Давайте сейчас вот проверим. Вот старт. 117 миль в час, будем так считать. 117 миль в час. Давайте, здесь у нас еще... Радуга, спасай! По-моему, все. Так, отлично. Так, давайте еще установим... парочку колес. Так, не таким образом, конечно. Вот так вот. 117 миль в час. 117 миль в час. Так, окей. Погнали. Ну, 120. Почему-то так дает, как бы, странно. Такое чувство, что что-то мешает ему, как будто бы ехать на максимальную скорость. Я не знаю, конечно, что это. Так, давайте еще ради... Вот здесь вот еще спойлер поставим, ну-ка. 102... Видите, 120, 124, 120, пынк, и как-то... 120 и падает скорость, 120 и падает. Как будто передние колеса чуть-чуть приподнимаются. Чуть-чуть, 120... Да. Вот такое ощущение, что они как будто чуть-чуть приподнимаются, и все. Блин, прикольно, они даже, кстати, еще так хорошо подвесочка у них работает. 175 и больше почему-то не выдает. Но не выдает, мне кажется, не выдает только из-за того, что у меня нету вот этой мощной притяжной силы. То есть я не могу, не могу придавить мое устройство. Давайте так попробуем. Нет. Теперь вообще скорость... А, ну да, 120. Зато, кстати, у меня просто топливо кончилось. Зато теперь по прямой 123, 124, то есть прижимная сила увеличилась, это хорошо, ребятки. Блин, ну вот эти колеса, конечно, потрясающе на самом деле себя ведут, но смотрите, они вот исключительно на их основе нужно делать вот эти вот драг рейсинг, да, на их основе нужно строить какие-то там гоночки, да, триалы, еще что-то, потому что... По пересеченной местности на них ездить не очень будет, они очень низкие. Они вот этой частью будут постоянно ударяться. Это вот, это большой минус, конечно. То есть большое какое-то устройство на нем не построишь. Но если только вот такое небольшое скоростное с ракетами, можно, допустим, здесь вот спокойно поставить 3-4 ракеты. Давайте, кстати, попробуем. А давайте попробуем, почему бы нет. Мы можем убрать вот эту вот основу. Мы можем убрать эту основу. Мы можем здесь поставить батареи. Давайте сделаем это. Поставим батареи, к примеру. Мы можем вот туда батареи поставить. Мы можем еще вот туда батареи. Батареи нужно побольше, ребят. Потому что все-таки мы сейчас будем драться, воевать и все такое. Так, у меня есть великолепные ракеты. Вентуровские. Вот, возьмем эти вентуровские ракеты. Их как раз сюда и установим. Так, здесь установим еще одну ракету Хавки. Вот так вот.
Потом спокойно можно установить три ракеты курсовые. Вот так вот. Ну же, давай. Вот так вот. Здесь давайте, не знаю, может быть, еще один двигатель воткнуть, а? Как думаете? Ну, давайте воткнем еще один двигатель, чтобы еще быстрее уходить от врагов. Где он у нас? Вот он. Отличненько. Я так понимаю, в этой серии не получится нам построить какой-то мотоцикл. Ничего страшного, построим следующий. Минус один. Видите? Вентуровские ракеты как наводятся. Отлично. Так, я понял, чего у меня не хватает. И при том очень сильно не хватает. Ну-ка, вот этот радар возьмем. Вот, вентуровский радар возьмем. И сюда воткнем. Жик-жик-жик-жик. Так, ну раз сюда зашли, то можно здесь еще воткнуть вот так вот. Пау-пау-пау. Радарчики такие. Так, а освещение, освещение. Давайте, допустим, вот так вот его сделаем. Небольшое освещение. Так, давайте поищем врагов. Ух, рванули. Так, здесь у нас кто? А, здесь у нас чистая, чистая награда. Блин, прикольно, ресурсы. Вот если бы ресурс не выпал, я бы, наверное, не стал подбирать. Давайте, давайте подберем и скоро вернусь. Кстати, я только заметил, что сейчас у нас задание висит рампа. То есть нам нужно перепрыгнуть через рампу. Все, он, по-моему, он готов уже. Да, все, готов. Нам нужно перепрыгнуть через рампу. Давайте съездим, глянем. Интересно же, что там. Только оно как-то задание как будто бы далеко, вам не кажется? Да, я же... Блин, я же... Так, по-моему, я оторвал себе... Так, давайте тогда вот так вот сделаем. Потому что, ну, типа, ну, серьезно, я буду передней частью постоянно отрывать себе спойлер. Так, как бы мне теперь заехать наверх, потому что... Ай. Потому что спойлер у меня Вот, вот так вот заехать наверх нужно. Такая... Крыльев нет! А, все нормально. Нету никаких крыльев, я не могу никаким образом управлять... Что, у меня совсем топливо кончилось, что ли? Оп, спокойненько. По льду вообще невозможно ехать, ребят. Он скользит просто невероятнейшим образом. Все, пустынька. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Ну вот, ребят, приехал на рампу. Видите, заглючила миссия, провалилась под землю рампа и... Эх, ну ладно, давайте вот. Славум, или как это? Как это, Славун? Как это говорится? Славум? Не знаю, как правильно говорится, в общем, ладно. Я думаю, вы меня в видосиках... Ой, в комментариях поправите. Короче, 300 метров нужно чего-то пройти. Давайте, мне интересно. У нас такая, знаете, скоростная Формула-1 боевого типа получилась, что-то типа такого. Притом управлять ей интересно, но... Стоп, а чё ты... А ты чё подпрыгиваешь? Блин, время уже вышло. Чёрт. Ты чё подпрыгиваешь-то, а? Сейчас, по-моему, придут... А, нет. Мне дали опять награду. Я жадный, я соберу, вот серьезно. Потому что мне очень жалко оставлять и ресурсы, и все эти блоки, ради которых я и так очень много времени потратил, чтобы их крафтить. А уж на халяву, ну прям я не могу, ребят, упустить. Я тут сейчас загуглю, оказывается, так и читается слалом. Слалом, ну, типа на А ударение. Такой вот, есть такое спортивное состязание. Так, ну давайте попробуем. Я специально еще, кстати, как видите, на Формуле 1 поставил крылышки, чтобы управлять вот этим подъемом, когда я взлетаю, чтоб я мог как-то... Я не могу проехать. Прикиньте, чё? Я... Воу-воу-воу-воу. Воу-воу-воу. Это что? Это устройство слишком маленькое для... Блин, этого слалома. О, господи. Я застрял. Чёрт. Оно слишком маленькое. Так, я знаю, как поступить, ребят. Я знаю, как поступить. Мне просто нужно крылья... Крылья не так вот установить, а вот так вот. Мы сейчас так... Жалко, нет вот такой вот кнопочки, чтобы сложить эти крылья. Это было бы потрясающе. Но теперь, блин, теперь я управляю плохо им. Смотрите, что...
Ать! Так, все, я просто выкинул крылья. Давай, теперь я точно... Так, стоп. А, надо заново, наверное. Теперь я точно смогу пройти, наверное. Я хотя бы смогу пройти через ворота. Стоп, а почему... Почему я проехать-то не могу? Почему не начинается задание? Ну вот. По-моему, сломал задание. Вот гады. Не дали мне потестить, не дали мне нормально проехаться. Ну ладно, на самом деле слишком широкая эта Формула-1 у меня получается для этой гоночки. Ну вот, смотрите. То есть я теперь могу... Теперь могу в какой-то степени управлять. Только влево-вправо не получается. Конечно, нужно отдельные крылья для того, чтобы управлять влево-вправо. Но все-таки вверх-вниз я теперь спокойно могу управлять. И это хорошо. Мне нравится на самом деле это устройство. Но единственный его минус есть небольшой. А в том, что... А я у тебя уже, по-моему... Воу-воу-воу! А ты че какой... Видите, в чем прикол? Что вот эти ракеты позволяют вокруг врага, так скажем, ездить, да? И стрелять в него просто вот вокруг. Какие-то части отваливаются, блин. Не очень мне это нравится, на самом деле. Тогда, когда курсовые, допустим, ракеты позволяют это делать только, ну, прямо, допустим. Ну, вот видите, что я творю? Видите? Еще ракеты сами... Доводится, то есть отлично вообще. Отлично. Так, сейчас у меня кончится батарея и мне... Кобзец. Короче, можно, но здесь нужно его дорабатывать. Ребят, с колесами что-то нужно придумать. Во-первых, не то, что с колесами нужно придумать, либо увеличить... Кстати, как вариант... Увеличить просто базу. Что? Ты серьезно? Только какой-то... Вот я сейчас понимаю, что какой-то обычный... Обычного какого-то пулеметика не хватает. Ну сейчас-то ты уже умрешь, а? Ну... Какой ты настырный, а? Вот сейчас должен умереть уже. Умри. Ой-ой-ой-ой-ой. Деремся до последнего, ребятки. До последнего деремся. А я, по-моему, я ему уже все пушки, которые мог, я ему все оторвал уже. Жесть. Просто из мучения, так скажем, да? То есть, вот же у него кабина. Куда ты стреляешь? Зачем ты стреляешь куда-то в центр? О, боже. Так, но есть небольшая проблемка. Мне... У меня, допустим, вот сейчас негде заряжаться, да? То есть, мне нужно вот так вот сделать. К примеру, да? И вот так вот сделать. Вот теперь я смогу встать на зарядку, но опять же у меня нету солнечных батарей нигде. И это небольшой минус. Минус этого устройства, что оно, ну, не может зарядиться само. Хотя я сейчас увидел одну вещь, где я смогу это сделать. Очень наглым образом, на самом деле, но все-таки смогу. Сейчас. Оп. Оп. Вот так вот. Оп. Ха-ха. Ребятки, прикольненько. Ну-ка, давайте еще доработаем немножечко, да? То есть, все-таки крыло здесь нужно поставить. Все-таки оно должно быть. И по-хорошему я бы еще сюда вот воткнул, да, два крыла. Чтоб прижималось прям вообще шикарненько. Здесь можно, конечно... Смотрите, не хватает энергии. А, нет. Или хватит? Смотрите, не хватает энергии. Вот это я сейчас немножечко не ожидал вот этого. Ну ладно, давайте тогда так сделаем. И вес, кстати, наперед нагрузка идет, да, то есть и
двойной профит, короче, получается. На этом я буду заканчивать. Надеюсь, вам такой небольшой тест Формулы 1 понравился. Возможно, со временем я построю что-нибудь такое интересное на колесах Формулы 1. Ну, что-нибудь более мощное, что ли, так скажем. Потому что, ну, на данный момент я, честно говоря, с трудом представляю, что бы можно было такого бы построить. Потому что, ну, как бы это объяснить-то? Колеса-то слишком низкие. Даже если брать вентуровские колеса, вот эти колеса тоже скоростные, они намного выше. Они намного выше, чем вот эти вот. Но по скорости, по-моему, не очень сильно уступают. Я не помню, чтобы они как-то прям так безумно уступали по скорости. Пишите, если я не прав, пишите свои варианты. Может быть, как-то можно использовать эти колеса Формулы-1 по-другому. Как, не так, как я это представляю, а как-то совершенно-совершенно иначе. Всем всего, удачи и пока!